Всем привет! С вами Бестия, платформа РБК Games, игра Mad King на нашей платформе. Сегодня я вам хочу рассказать про такое мероприятие, как борьба за печать. В первую очередь я покажу, пока она не слетела, какие бафы дает печать для гильдии. То есть это атака плюс 2%, защита ХП. Баф для победителей борьбы за печать действует до следующего раунда. То есть сейчас у нашей фракции действует эта печать, битва сейчас начнется, мы туда зайдем, и я вам расскажу, про что она конкретно. То есть вот вы видите, во вкладочке у нас событий, она уже появилась, видно написано серебро. В первую очередь мы на нее нажимаем, вот она у нас, сразу вы видите время, сколько она длится всего 30 минут. И тут же видно описание, в центре появляется печать, победителем становится фракция, суммарно удержавшая печать в течение 15 минут. Либо фракция на момент завершения, удерживающая печать, дольше других. Если игрок с печатью погибает, она возвращается на центр. Ну, сейчас, короче, я вам покажу, смотрите. Заходим, так. Вот мы заходим в эту битву, вот мы видим, сразу с правой стороны появляется, вот Лига уже взяла печать, вы видите, да? У нас здесь три фракции, и вот, значит, у нас награда. И здесь также мы видим вот правила. Значит, бежим, сейчас мы посмотрим, где же эта печать. Как она выглядит. Так, тумбу нашу унесли, сейчас меня, наверное, будут убивать, ибо я не вижу, наверное, вот тут. Так. Пользуюсь я кнопочкой, вот она печать, вы видите. Я сейчас воскресну. Вот она печать. Вот эту печать нам нужно забрать. Та гильдия, которая фракция забирает эту печать и удерживает 15 минут. Битва тогда заканчивается досрочно. Да? Всего-навсего битва длится 30 минут. Если мы печать эту не захватываем, то, естественно, мы не получаем плюшек. Вот, видите, то есть убили того, кто держал эту печать, и печать вернулась на центр. Теперь надо ее опять захватить. Пока что у нас забирает другая фракция эту печать. Сделаю воскрешение. Воскрешение они снимают серебро, да ничего страшного. Так, у нас сегодня фракция. Сегодня у нас работает стрим, чтобы вам показать, как захватывать. Я не могу, потому что у нас получается я одна. Естественно, выигрыш зависит от количества человек. Вот. Нас сегодня очень мало, наша фракция. В прошлый раз была тумба наша. Сегодня нас, конечно, маловато. Вы сами видите, да, тут прям массивные такие бои происходят. И я обычно пользуюсь вот здесь глазиком. Убираю игроков своей фракции и убираю монстров и чужих генералов, чужие эффекты. Вот. И у меня остаются только противники, чтобы мне было удобнее их бить. Конечно, режим у нас здесь только фракции. Он включается автоматически. Ну и вот такая вот вся битва. То есть за проигрыш мы получаем 400 очей тренировки, за победу получаем 600 очей тренировки. Ну и, естественно, до следующей битвы у нас будут висеть все эти бафы, которые я вам показывала в начале ролика. Всем спасибо, с вами была Бестия на платформе РБК Games, игра Mad King. Подписывайтесь на наши каналы в группе ВК, смотрите наши стримы по нашим играм, выигрываете монет, обязательно заходите в группу Telegram, ежедневные конкурсы на монеты РБК. Всем пока, до новых встреч!